Внимание, доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Обучение на категорию D при наличии категории B лица за счет работодателя. Трудоустройство гарантировано. Звонить по телефону 40 10 40. В город Орск требуется автокрановщик. Зарплата от 40 тысяч рублей. Телефон 8 922 837 97 77. Требуются работники на ферму. Жилье предоставляется. Телефон 8 919 868 08 78. Требуется помощник по хозяйству, садовник, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 20 14 39. Требуется персонал. Работа вахтой на предприятии. Предоставляются проживание, авансирование, столовая, компенсация проезда. Зарплата 82 800 рублей. Организован выезд из Оренбурга. Звонить 8 800 444 51 04. Требуется водитель-экспедитор на автомобиль «Валдай» и слесарь-наладчик оборудования. Телефон 99-24-22. Требуются рабочие строительных специальностей. Телефон 8-909-617-2563. В поселке имени Куйбышева в рыбный цех требуется водитель-экспедитор. Звонить 97-20-36. Компании «Транслист» на постоянную работу требуются механик производства, слесарь по ремонту грузовых автомобилей. Телефон 8 922 809 58 81. Требуется водитель категории «С» и «Е». Зарплата 25 тысяч рублей. Телефоны 8 961 929 85 82 или 8 903 367 87 87. Производственному предприятию требуются водители-экспедиторы категории «С» и «Е» манипулятор, а также водитель-экспедитор «ДАПОК». Карта водителя обязательна, зарплата от 50 до 70 тысяч рублей. Соцпакет. Телефоны 8 987 857 3563, 90 44 24 или 8 922 859 19 88. Требуется водитель бензовоза. Звонить 45 73 78. На базу отдыха «Берендей» в Дубках требуется семья для постоянного проживания и ведения хозяйства, а также разнорабочий. Питание, проживание. Телефон 8 906 848 63 34. Требуются водители на самосвал «Шахман». Телефон 90 73 63. Требуются лицензированные охранники, работа в Оренбурге в суточном режиме, а также вахта в Оренбургской области неделя через неделю, доставка работодателям, полный соцпакет, зарплата вовремя, телефон 66-02-44. В поселке имени Куйбышева в рыбный цех требуется наборщик, помощник кладовщика, звонить 96-30-45. Требуется повар-обвальщик мяса. Телефон 8 909 610 2803. Требуется слесарь-сантехник, дворник, электрик. Телефон 30 59 58. В организацию на постоянную работу требуется сварщик и слесарь на монтаж трубопровода, отопления и водоснабжения в строящихся жилых домах. Иногородним предоставляется проживание. Телефоны 90 90 25 или 8 905 819 27 55. Отель «Хилтон» приглашает на работу горничную. Телефон 922 103. На озеленение требуются рабочие, физическая работа. Оплата ежедневно. Обращаться 63-я линия, дом 61. Телефоны 8 922 539 2946, 8 909 600 9988. Требуется уборщица, телефон 28 34 36.
предприятию общественного питания требуется специалист по охране труда, повара, изготовители полуфабрикатов, мойщики посуды, официанты, экспедиторы по перевозке грузов, грузчики, водитель на автобус ПАС, соцпакет, телефон 32-83-46. В рыбный цех, поселок имени Куйбышева, требуется персонал на производство. Звонить 96-30-45. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Телефон 250-617. В организацию требуются уборщики и дворники. Звонить 30-20-10. Требуются лицензированные охранники, оплата договорная, телефоны 920664 92-90-18. Требуется водитель на развоз продукции, звонить 28-27-03. Требуются лицензированные охранники, телефон 92-85-91. Требуется слесарь-сантехник, звонить 8-967-777-63-96. Требуются сборщики, монтажники, откосники окон ПВХ и разнорабочие. Телефон 92 11 26. Автосервису требуются автослесари с опытом работы. Телефон 28 44 28. Для работы на карьере вахты требуются водители самосвалов, машинисты погрузчиков, экскаваторщики. Телефон 8 951 115 41 19. Требуются с личными автомобилями электрик и разнорабочий на улицу Беляевскую. Телефон 26-87-31. Организации требуются отделочники для ремонта мобильных жилых комплексов. Вахта, питание и проживание за счет организации. Хорошая заработная плата. Телефоны 8-965-692-6003. 8-965-692-6013, 8-909-614-76-00. Требуются охранники, суточный график и вахтовый метод работы. Телефон 280105. Срочно требуются швеи, начальник участка, оператор производственной линии. Телефон 8-961-911-3544. Требуется автоэлектрик по ремонту автобусов. Звонить 8-922-625-04-54. В строительную компанию требуется помощник руководителя. Зарплата от 15 тысяч рублей. Телефон 91-90-80. Требуются охранники 6-го разряда. Телефон 8-922-556-37-35. В торговую организацию требуется оператор 1С. Телефон 8-961-924-20-94. В ресторан требуется повар-универсал. Зарплата достойная. Телефон 222-656. В ресторан требуются повара. Звонить 97-09-21. Требуется уборщица. Телефон 908-918. Организации срочно требуются тракторист на К-700 и автослесарь по ремонту спецтехники. Телефон 8-922-801-94-72. Организации срочно требуются водители категории Е для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Телефоны 92-94-65, 8-932-848-81-42. Требуется с навыками чтения чертежей. Сварщик, зарплата 35 тысяч рублей. Слесарь, 25 тысяч рублей. Телефон 8-987-877-75-48. Требуется пекарь, кондитер, отделочник, продавец. Звонить 8-987-860-12-50, 57-25-01 или 209-509. Приглашают на работу поселок Сулак, электрогазосварщика на полуавтоматы, слесарь металлоконструкций, телефон 91-45-45. Требуется уборщица, звонить 97-67-55.